Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, я Эдуард Петер, и мы с вами едем на рыбалку. Вчера это была генеральная репетиция, то есть я купил две форели и с ними фотографировал. Сегодня я надеюсь с непотрошенными сделать снимки. Мы едем на один из прудов, которых здесь в множестве, где можно ловить без разрешения. То есть не то, что без разрешения, разрешение ты покупаешь. Можно ловить без документов. То есть здесь так называемый ангельшайн, это билеты рыболова, да? Сначала нужно пройти обучение, потом сдать экзамен. И после этого ты получаешь этот самый билет. Ну, тоже стоит, конечно, по-моему, около 100 евро это удовольствие стоит. Вот. Ну, а потом ты можешь ловить, в принципе, почти везде, где это не запрещено. Дело в том, что это необходимо. Во-первых, ездит береговая полиция такая, да, иногда может пристать и спросить. И, скажем так, те, которые оплатили, немцы, не хотят тех, кто не платит. Могут подойти и спросить. Имеют право. Члены все какого-то клуба там, я не знаю. И мы едем сегодня на пруд, куда запускают специально рыбу, чтобы рыбаки, как бы доморощенные без этих самых билетов, могли тоже себе позволить удовольствие вытянуть рыбу из пруда. Но я не знаю, финансов это, конечно, не оправдывается, потому что килограмм форели стоит 6 евро, а за посещение такого пруда вы платите 24 в будний день и 34 евро в выходной, вот как сегодня. Я уговорил своего товарища, хотел с ним разделить эту тягу, но он не позволил. И сейчас мы туда направляемся, к этим прудам. Так, ну поедем в Мух. Ехать нам осталось 16 километров, всего ничего, то есть 8 часов, по-моему, уже там, сейчас 7.42, 8 там, то есть 18 минут. Такие красивые аллеи очень часто. Тут в этих аллеях народ деревенский, едут через дискотек и гробятся. Я имею в виду молодежь. Надо повыделываться перед девочками, сидящими сзади. Но кончается, конечно, печально. Так. Он говорит, что ты едешь слишком быстро. Вот. Он сейчас улыбается, видите. Так, куда дальше? Хорошо предупредили. Здесь надо, ребята, аккуратненько. Очень любят здесь красить радары в зеленый цвет и ставить их где-нибудь в кусточках. Местные жители знают, где они стоят, но так как я здесь не был, то я буду аккуратен. 70, значит 70. Я по карте посмотрел, тут три пруда. Какой из них? Вот тут какие-то ребята ловят. Вот тут они и есть. Блин, на какой-то маленькой лужице. Я, по-моему, стоянку увидел. Да, вон она, стоянка. Все хорошо. Значит, правильно мы все приехали, ребята. Тут как-то можно, наверное, съехать где-то, что-то как-то.
Да, тогда мы все верно. Там я видел целую кучу рыбаков, блин. Ох, рыбаков. Целую кучу рыбаков. Стоят все возле одной лужи и ловят. Ой. И ребята сейчас, наверное, тоже с меня одуреют. Скажут, елки-палки. Ой, какое красивое местечко, ребят. Мы тут обязательно что-нибудь такое сфотографируем. Сейчас мы с вами поедем, выберемся отсюда. И я вам расскажу о своих впечатлениях. Так, никого, да. Отлично, поехали. Так, ребята, чувство у меня двоякое, конечно, от этого посещения. Первое, что с чем я сразу столкнулся, там есть типа пара старожилов, которые там пользуются особым доверием этого хозяина, этого пруда. И они мне сразу заявили, что снимать здесь нельзя. Я говорю, да почему? Вот хозяин не разрешает, и вот тут один уже был, в интернет выставил, был эргер, то есть, ну, неприятности, не знаю, какого рода. Короче говоря, фотографировать и снимать здесь нельзя. Ну, меня очень быстро можно вывести из себя. Я сказал, ребята, покуда здесь не будет таблички, что здесь запрещено снимать, до тех пор я буду снимать. Вот. Сейчас придет хозяин, вас тогда выгонит. Я говорю, да мне когда, знаете, пусть приходит. Вот. Ну, настроение уже было как-то немножко подпорчено этим самым делом. Я отошел подальше просто в кусточке, там место сейчас вот покажу вам, и постелил, сделал такой деревянный подест, как бы, да, куда начал таскать у своего друга эти удочки все, потом все его прибамбасы, приспособы, и там фотографировать. Вот. Пока было, я там снимал, и никак ничего не ловилось. Поэтому я пошел к более удачливым рыбакам и попросил у них сфотографировать эту рыбу. Для того, чтобы ее как-то, ну, я не знаю, дело такое же, рыбалка же, дело такой удачи сегодня может и не быть вообще. И что я тогда приехал? Ладно, друг рыбачит, я фотографирую. Смотрю, этот старожил там докопался до какого-то молодого человека. Тоже слышу что-то, какие-то разборки. Пошел поближе, спросил этого парня потом. Я говорю, в чем дело? Что еще не так? Ну, нельзя здесь гулять. Ребята, ну, в общем-то, это смешно, конечно. Это, конечно, смешно. Стоят куча так называемых рыбаков возле этой лужи, да? И им, видите ли, нельзя мешать. Потому что ты ходишь, типа, наверное, рыбу пугаешь или что. Ну, это смешно, ребята, это смешно. И несколько противно, я вам скажу. Знаете, и несколько противно. Потому что я всегда такого мнения. Мы просто привыкли к этому, что кто-то что-то купил. Вот, то, что изначально тебе, как рожденному на этой земле человеку, было дано воздух, небо, земля, вода,
леса. Это все как бы тебе дано. Ты родился здесь. И ты родился, и потом ты понимаешь, что да, в этот лес уже зайти нельзя. На этот пруд нельзя. Это огорожено, то загорожено, это чужая собственность. И мы к этому привыкли, ребят. Мы к этому привыкли, понимаете? Настолько привыкли, что у нас даже не возникает сомнений, что да, а как же, вот если он купил. А почему он купил? Откуда он деньги взял? Даже если он честно их заработал, да? Ребята, на мой взгляд, землю нельзя продавать. Можно ее давать. Можно давать в аренду хоть на 100 лет, да? Вы скажете, много не изменится. Нет, изменится. Это будет не его. То есть он не будет себя чувствовать таким полноправным хозяином. На время, да, ты временно хозяин. Вот. А потом я могу быть этим хозяином. Потом третий. То есть эти вот помещичьи поместья, усадьбы огороженные, да, это вот то оно и есть. Потом недра земные, которые кто-то качает, имеет на это право. А ты нет, ты не можешь. Ты вон валежник, ходи, собирай, радуйся жизни. То есть вот это меня немножко, конечно, подрастроило, что вот я когда встречаюсь с таким, мне всегда на душе как-то не очень хорошо. Поэтому я вот на Рейне я себя хорошо чувствую. Рейн для всех такой демократичный Рейн. И поэтому навряд ли мы с вами еще раз в частное владение поедем. Навряд ли. Я во всяком случае не хочу этого. Тем более, что красоты нет, по сути дела. Вот я говорю, лужи, вокруг меня стоят люди, такое ощущение, что вот, запусти карпов в ванну. Достань удочку, и в ванной прям можешь ловить из ванны. Тоже кайф, да? Тем более, что у меня подозрение такое, что перед тем, как вы рыбу выпустите, ее хорошо покормили. Потому что она плавает, я вижу этих форели, огромные форели плавают туда вальяжно так. И что бы мой друг не делал, там какие-то насадки менял, это... Да, он в конце, значит, вот перед тем, как мне уехать, он-то там еще останется, наверное, в надежде. Он говорит, надежда умирает последней. Я говорю, ну да, конечно, но я поеду домой, мне тут как бы неинтересно стало совсем. И я думаю, что подкормленная рыбка-то, я глянул, посчитал, там где-то только в моей видимости человек 20-30 стояло. Вот, если с каждого 24 евро. Ну, я говорю, что там, скорее всего, штуку в день этот хозяин зарабатывает. Вот. И причем, ну, пускай он там 100-200 евро на эту рыбу. Это его рыба, он ее выращивает, да. Не то оно выгодно. Все равно получается очень и очень выгодно. И при этом еще вот такие вот выкрутасы. Фотографировать нельзя, то нельзя. Ну, или там не все чисто, или слишком зажрался, скажем так. Да, любой предприниматель, он, в общем-то, не против, когда снимают его, да и в интернет выставляют, все больше узнают, да. Ну, а тут вот такая история. Мы сейчас возвращаемся домой. Сейчас 11 часов. Через 29 минут, то есть через 30 минут я буду дома. Посмотрю, что я нафотографировал. Я надеюсь, что все-таки мне удалось кое-что интересное снять. Но я хотел как бы еще показать что-то на природе. Все, а тут такая бяка. Ладно, я говорю, что мы с вами лучше поем вот на ЗИК. ЗИК-речка, она тоже такая, Победа, я рассказывал. Она демократичная река, что хочешь там делать. Снимай, фотографируй, никто слова не скажет. Поэтому мы так и сделаем, если я посмотрю, эта серия будет удачной.
если серия хорошо пойдет, то можно будет еще как-нибудь продолжить.